мы работаем в прямом эфире, и у нас сегодня в студии Игорь Васильев, губернатор Кировской области. Добрый день. Добрый день. И Дмитрий Курдюмов, первый заместитель председателя правительства Кировской области. Дмитрий Александрович, да, здравствуйте. 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 Мы сегодня вот попросили наших гостей прийти к нам пояснить, какой все-таки режим действует сейчас в Кировской области. Это первое, да, чтобы понимать людям. Вчера было просто много вопросов, что можно, что нельзя сейчас делать, насколько строгие меры, да, и возможно ли какое-то за это наказание, там, за нарушение. Это уже вопрос. Да, это уже вопрос. Ну, смотрите, давайте мы начнем с того, что первое, что нужно и можно делать, это сохранять спокойствие в этой ситуации. Президент Российской Федерации объявил эту неделю нерабочими днями с сохранением заработной платы, предполагая, что сознательные граждане останутся по домам, не будут выходить на работу, не будут выходить из дома без особой нужды, с тем, чтобы прервать цепочки распространения коронавирусной инфекции. К сожалению, мы все с вами наблюдали, так сказать, что в очень многих регионах, наш не является исключением, люди восприняли нерабочие днями как праздничные дополнительные каникулы, возможность встретиться с друзьями, выйти погулять в парк, пойти на шашлыки, тем самым усугубляя ситуацию передачи вот тех, да вообще любых инфекций, так сказать, да. А поэтому вчера мы приняли дополнительные меры. Заключаются они в том, что мы до этого, вы знаете, мы отправили школьников на чуть более ранние каникулы, мы перевели на дистанционное обучение студентов всех вузов без исключения, все средние профессиональные учебные заведения перешли на дистанционное обучение, и лицам старше 65 лет, тем более отягощенными другими заболеваниями, было рекомендовано из дома не выходить. У нас в Кировской области есть более 1500 социальных работников, которые оказывают им помощь. К ним присоединились различные волонтерские движения, волонтеры-медики и многие другие. Поэтому здесь все, в общем, должны быть уверены в том, что помощь, так сказать, будет оказана. И были приняты дополнительные меры, о которых было объявлено вчера, что все, без исключения, кто не задействован в непрерывных производствах, в организации жизнедеятельности города, на сельскохозяйственных предприятиях, ну, тех, которые нельзя остановить, должны по возможности, подчеркиваю, так сказать, остаться дома с тем, чтобы прекратить передачу вот этой самой коронавирусной, так сказать, инфекции в кратчайшие сроки, с тем, чтобы пандемия, ну, в стране и, как минимум, в нашем регионе затихла. Вот, собственно говоря, какие меры. Ничего нового введено не было. Вот тот вопрос, который вчера... Никаких, еще раз, я понимаю, мы до эфира немножко говорили, никаких спецпропусков, никаких специальных разрешений. Никуда звонить не надо, не говорить. Надо, я пошел в магазин за 150 звонить, метров. В магазин за 150 метров за продуктами. Но еще раз, огромная просьба ко всем. Отнестись к этому осознанно. Потому что от этого зависит не только ваше личное здоровье, а самое главное, здоровье ваших пожилых родителей, здоровье детей, здоровье окружающих. Чем ответственнее мы отнесемся друг к другу, к здоровью, к исполнительных мер, чем мы... Вот вы задавали вопрос до эфира, как же вот так как-то прозвучало на законодательном уровне установить бы границу вот в магазине между людьми 1.5 метра. Да. Давайте сделаем это сами. Вот так, как мы это сделали в студии. Я просто вижу, что это не регламентировано, не вы во всех понимаете? Магазинах, конечно, сотрудники это просят делать, да. Где-то в ответственных магазинах мы не будем сейчас делать рекламу, хотя, наверное, можно даже и сказать, скажем, вот в федеральной сети, в одной из метро, да, там нарисованы такие линии, ничего сложного в этом нет. Но я кажется, вчера что... в аптеке видела, скотчем просто обозначили, видимо. Да, мне кажется, ничего сложного в этом нет, здесь нужно помочь тоже гражданам сориентироваться, соблюдать безопасную дистанцию. Но еще раз говорю, что все меры, которые введены, основаны на личной ответственности граждан. Будет ли полиция вести какие-то разъяснительные беседы? Совершенно верно. Мы вчера каждый день на заседаниях оперативного штаба встречаемся с представителями правоохранительных органов, полиции, Росгвардии. Им рекомендовано в вежливой форме вести разъяснительную работу со всеми без исключения о том, почему, на какой срок и как лучше провести, так сказать, эти дни, оставаясь дома. Никаких, боже упаси, так сказать, ну, я даже не знаю, как назвать это, мер принуждения, так сказать, применяться, конечно же, не должно. Но разъяснительная работа со стороны полиции должна проходить.
У нас вчера полиция была как раз в эфире, в развороте, на связи. Мы связывались, я думал, да, рассказывали. Нет, мы стараемся, да, соблюдать тоже дистанцию. Рассказывали о том, что достаточно много подростков в последние дни на улицах, да, они встречались. К сожалению, этим вот были вызваны как раз дополнительные, так сказать, меры, которые мы ввели, чтобы еще была возможность разъяснить родителям, и родители тоже, ну, взяв на себя определенную ответственность, пояснили, что вот эти 5 дней нужно воздержаться от активных хождений по городу. Можем ли мы сейчас предположить, вот этот 5-дневный карантин будет продлен или нет? Или пока рано преждевременно об этом говорить? От чего вообще это будет зависеть? Давайте мы предположим, так сказать, следующую вещь, что чем активнее мы будем соблюдать меры, чем сознательнее будем относиться к своему здоровью, к здоровью окружающих, к соблюдению вот этих необходимых мер, в том числе, подчеркну, на рабочих местах, там, где идет непрерывное производство, да, где ЖКХ, так сказать, водоканал, подготовка тепла, так сказать, дома. Вот там тоже нужно соблюдать меры предосторожности. Чем тщательнее мы будем их проводить, тем быстрее, так сказать, этот период закончится. Есть вопрос от нашего слушателя, это руководитель единой службы такси, зовут его Владимир Царев. Он спрашивал, надо ли ему, его сотрудникам, его работникам выдавать какие-то документы, потому что такси продолжает работать, таксисты продолжают работать, они продолжают возить сотрудников тех компаний, которые ездят на работу. Есть перечень, да. Вы знаете, я думаю, что есть перечень предприятий, которые работают, они в этот перечень входят. Необходимо соблюдать меры личной гигиены, назовем это так, и предосторожности. И в обязательном порядке, такие даже не рекомендации, а, в общем, указания со стороны Роспотребнадзора, которые являются головной организацией по соблюдению мер эпидемиологической безопасности, данные, это по санитарной обработке средств транспорта. И не только такси, так сказать, и автобусов, троллейбусов, всех средств транспорта, которые задействованы в перевозке граждан. Мы не можем и не должны остановить большой, так сказать, город, потому что проблемы у людей бывают самые разные, необходимо передвигаться. Давайте все-таки вот скажем ключевое слово. Нужно это делать безопасно. Причем здесь улица с двухсторонним движением, как со стороны тех, кто пользуется транспортом, так и со стороны тех, кто предоставляет эти услуги, должно быть... Ну, смотрите, да, по поводу безопасности, еще ситуация. Один из больных вопросов – это маски. Насколько я понимаю, вчера было сообщение о том, что порядка 500 000 масок поступит или уже поступило в Кировскую область. Они будут распространяться по розничным аптекам, то есть чтобы люди могли их купить? Или это исключительно уже для медработников, для кого-то, для сотрудников розничной торговли, для продуктовых? Вы знаете, хочется начать с того, что маски – это одно из средств безопасности. Угу. Да, оно важное, но не единственное. Да, кроме этого, есть правила личной гигиены, это соблюдение дистанции, это регулярное там мытье рук, средства дезинфекции. Что касается масок, сейчас этим распределением занимается Министерство промышленности Российской Федерации и Кировской области, в общем-то, как и другие регионы, получат эти маски, начало получать в соответствии с теми, скажем так, объемами и квотами, которые предусмотрены. 130 тысяч, порядка 130 тысяч они поступили в Кировской области, и в первую очередь были распределены между организациями, в общем-то, и теми, кто работает с гражданами, такие как скорая помощь. Ну, понятно, конечно. Да, поликлиники продолжают работать. Да, безусловно. Конечно. Они были распределены, централизованно получают эти маски наш аптечный склад. Все, что останется после распределения, будет поступать в розничную сеть. Поэтому вот первая партия, 130 тысяч, она, в общем-то, разошлась вот по тем предприятиям, организациям, которые обеспечивают непрерывную работу там, и жизнь нас с вами. А оставшаяся партия должна поступить ориентировочно где-то до 6 апреля, и она будет, в общем-то, поступать в розничную сеть. То есть в аптеках появится? Да, она появится в аптеках, в первую очередь в наших государственных аптеках, поэтому она будет доступна. Но еще раз хочу обратить внимание, что это не единственное средство защиты. Да, кроме того, есть, ну, на мой взгляд, скажем, для меня, допустим, как для врача, да, привычная маска 4 слоя марли. Обычная, она отлично защищает, но надо понимать, что маска – это прежде всего защита не тебя от окружающих, а окружающих от тебя. То есть, если человек, например, предполагает, что может быть носителем, не дай бог, вируса, там, да, не обязательно коронавирус, совершенно может быть ОРВИ, еще чего-то. Да. Любого другого. Вот, надо одеть маску и думать об окружающих. Вот, Митя Александрович, абсолютно правильно я сейчас сказал. Не забывать мыть руки, соблюдать дистанцию. В общем, наверное, и потребовать, так сказать, в магазинах, которые занимаются продажей товаров, где есть тележки, чтобы обслуживающий персонал, ну, должным образом обрабатывал их с определенной частотой. Это абсолютно нормально. Но большинство магазинов как раз, да, сообщают. Я хотел вам сказать, что да, они это делают. Более того, сейчас
было дано указание управляющим компаниям, эта работа такая, ну, почти в массовом порядке, так сказать, в Кирове началась, это по обработке подъездов многоквартирных домов. Мы ведем эту работу вместе с мэрией, вместе с управляющими компаниями, вместе с Росавтопотребнадзором. Такая работа тоже идет. Ну, по поводу управляющих компаний, да, у нас тоже в эфире депутат Альберт Бекалюк говорил, что к нему начали поступать жалобы по поводу того, что ряд управляющих компаний просто прекратили уборку в подъездах, там уже не говоря о дежурстве. Ушли на самоизоляцию. Вы знаете, вот это еще такой, мне кажется, очень, в общем, хороший повод, так сказать, задуматься о качестве управляющих компаний. О том, кому мы доверяем уборку своих подъездов, своих дворов, так сказать, да, ну, лишний повод задуматься на том, насколько они эффективны. И мы же им платим настоящие деньги, поэтому вправе потребовать настоящей работы. Еще вопрос. И там, где эти жалобы обоснованы, я думаю, граждане должны вполне себе самоорганизоваться и, например, выбрать для себя другую управляющую компанию, которая более достойно справится с этой работой. Но или заставить управляющую компанию выполнять свою работу качественно и в срок. Ну, это понятно как бы на будущее, да, то есть, ну, это несколько отложенный вопрос. А сейчас жильцам, то есть, если они заметили, что действительно никакая приборка у них в подъезде не происходит, можно ли куда-то обратиться, не знаю, ГЖИ, работают ли они? Совершенно верно. Оперативно кто-то Смотрите, может принять службы, меры? Все службы города, области работают в полном объеме. Это не говорит о том, что все 100% людей находятся на рабочих местах, но все жалобы рассматриваются, вся жизнедеятельность города не остановлена ни на секунду. Работают все медицинские учреждения. Все работает. Вопрос тоже от слушателей у нас был. Продолжит ли работу дежурной группы в детских садах, если будет, ну, будут продолжены или ужесточены карантинные меры какие-то? Ну, давайте я начну, Дмитрий Александрович, если нужно продолжить. Я даже так помню навскидку, так сказать, цифры. Мы отрабатывали это с главой города. 749, по-моему, мест было зарезервировано для тех семей, которые заняты на непрерывных производствах, где родители работают, детей, там под жестким санитарным контролем созданы группы. Заявок на вчерашний день поступило в два раза меньше, примерно около 450. Это работа под постоянным контролем. Мы на последнем штабе заслушали часть предприятий, которые работают, скажем, предприятий фармацевтической индустрии. Были вопросы о том, что в некоторых детских садах на старте этой недели не могли, скажем так, четко ответить об организации работы, но уже во вторник, насколько я знаю, все эти вопросы были сняты. Если такие вопросы есть, можно обратиться либо на мою личную страницу, либо на страничку мэрии, или Ковалева, или Новосильна, или Осипова. И вопрос будет решен. Поступил у нас сейчас вопрос еще через Инстаграм. Мы ведем прямую трансляцию, поэтому можете подключаться. Спрашивают зрители, нужны ли волонтеры. Если нужны, надо, соответственно, куда обращаться. Вы знаете, волонтеры сейчас, конечно, помощь их очень важна, но у нас есть волонтеры, медики активное участие принимают УНФ, в общем-то и другие некоммерческие организации, но здесь есть, естественно, что вся их работа, она должна быть максимально систематизирована и, в общем-то, безопасна как для самих волонтеров, так и для тех, кому они оказывают помощь. И здесь мы определились, Игорь Ильич проводил такое очень важное совещание, приглашали все некоммерческие организации, тех, кто готов помогать и хочет помогать, что Министерство социального развития будет работу координировать. И действительно, в общем-то, сейчас и волонтеры, медики очень активно работают. Уже, в общем-то, более там, по-моему, 100 заявок обработано. Потому что в режиме самоизоляции, да, особенно 65+, и те, кто страдает хроническими заболеваниями, да, они поименованы в постановлении правительства. Для них эта помощь сейчас очень важна. Но давайте мы вот так сделаем. Если есть такое желание, это, ну, во-первых, похвально, б, достойно. Если, возможно, за эфиром как бы мы коллегу связались с Министерством социального развития, либо с волонтерами-медиками, с удовольствием эту помощь примем. Ну, и я так понимаю, на сайте сейчас правительства размещены как раз телефоны, в том числе вот тот телефон горячей линии Министерства соцразвития и телефон горячей линии УНФ. Можно по ним позвонить, если хотите, пожалуйста. Да, все верно. Вам пояснят, каким образом можно присоединиться к этому движению. Дмитрий Александрович, еще вопрос, не знаю, к вам или к Игорю Владимировичу. Много задают по телефону, что с аппаратами ИВЛ в Кировской области. Я видела российскую статистику. Кировская область в числе лидеров по обеспеченности. Вот, но, давайте тем не менее, вот болезненный вопрос. Если позволите, вопрос, конечно, с одной стороны, так сказать, узкопрофессиональный. С другой стороны, вы правы, там, когда смотрите на общую, так сказать, статистику. Я начну, а Дмитрий Александрович, наверное, там какие-то профессиональные вещи доскажет. Мы не только по аппаратам искусственной вентиляции легких, так сказать, ну, достаточно хорошо подготовились, не к этой конкретной ситуации, а в целом по медицине.
скажем, у нас достаточно лабораторных мощностей, и немногие регионы могут с нами соперничать. Мы можем делать до 3,5-4 тысяч анализов на коронавирус. У нас есть самое современное оборудование, которых во многих, так сказать, местах нет. Мы имеем государственную службу скорой помощи, все машины, которые оборудованы, в том числе и искусственной вентиляцией, так сказать, легких. Вот это залог того, что, еще раз, все должны сохранять спокойствие в этой ситуации. Медицина готова. Дмитрий Александрович, если добавите. Да, собственно говоря, добавить нечего, но если про аппараты ИВЛ, да, действительно, их в достаточном количестве. Но вот те цифры, которые вы назвали, это общий объем аппаратов искусственной вентиляции легких, наркозно-дыхательных аппаратов в системе здравоохранения Кировской области, которые оказывают и, скажем, экстренную помощь пациентам, да, неотложную, и используются на плановой помощи. Вопрос в другом. Действительно, если разворачивать на соответствии с теми нормативами дополнительной койки, мы этим сейчас занимаемся, нужно, мы стараемся не выключать из текущей деятельности вот эти аппараты, и плановая помощь продолжается. То есть система здравоохранения Кировской области, она функционирует в обычном режиме. Вот у здесь нас есть... очень важно, я просто, да, спасибо, что вы эту тему затронули. Есть минутка еще? Да, конечно. О том, что у нас кроме коронавирусной инфекции еще есть целый ряд системных заболеваний, которые требуют либо постоянного лечения, ну, самый яркий пример, например, гемодиализ, так сказать, да, где люди изо дня в день должны получать определенную процедуру там, где они привыкли. Мы, как вы знаете, разнесли эту процедуру по районам области, уже не нужно многим гражданам передвигаться, могут получить ее у себя в районе. Да, не только в Кирове, то есть и в Вятских Полянах, и в Слободском, и в Омутнинске. Я что сейчас хочу сказать, что люди, страдающие хроническими заболеваниями, должны быть спокойны. Помощь и в этот период им будет оказываться в полном объеме в тех местах, к которым они привыкли, и теми способами, которые они ее традиционно получали. Это касается и лекарственного обеспечения, и необходимых процедур. Тут мы ни в коем случае не должны уронить общую медицину. Это первое. И второе, то есть вот мы иногда происходит, знаете, такая путаница, так сказать, что введен режим самоизоляции региона. Я задаю вопрос, от кого? Границы нужно выезжать. Совершенно верно. Вот нам есть одна, я в обращении сказал, это очень важная задача. Наверное, сопоставимая, так сказать, по важности, это ни в коем случае не разрушить экономические связи, ни в коем случае не навредить, так сказать, экономике региона. И вот здесь очень важны безопасные регламенты, которые сейчас отрабатываются на предприятиях непрерывного цикла, и экономические связи между регионами. Ну, приведу там очень простой пример. Кировская область – избыточный регион по молоку. Мы производим очень большое количество молока, которое поставляем в другие регионы. Это продукт питания, без которого все остановится. Как даже можно, сейчас. Как можно закрывать? Да. Тем более сейчас, давайте скажем так, тем более сейчас. Как можно закрываться вот в этих условиях? Нужно работать безопасно. Вот, вот о чем сейчас нужно думать. А самоизоляция – это граждан на короткий период для разрыва вот этих цепочек передачи вируса от человека к человеку. Поэтому задача здоровья номер один, задача экономики не менее важна. И здесь все должны понимать, что и правительство Кировской области, и правительство Российской Федерации работает над этим вопросом постоянно. Ну, вот мы сейчас перейдем, да, поподробнее к вопросам экономики, но сначала еще один момент по поводу тех пациентов, кто сейчас находится в инфекционной больнице, кто с подозрением, кто лечится, как их состояние, как они себя чувствуют. У нас всего в инфекционной больнице на сегодняшний день 44 пациента. Заболевших в Кировской области и у кого диагноз подтвержден, всего 12. Я хочу сказать, что из 12 мы 5 пациентов выписали на домашнее лечение. Они выздоровели. Уже 5? 5. Да, вот уже 5. Все отфиксировали, уже 5. 5 пациентов. И этот процесс, он непрерывный, он идет каждый день. Процесс выздоровления, он идет быстрее, чем сутутфу. Да, за вчерашний день, чем процесс выявления новых подозрительных случаев. А новых подозрительных случаев у нас 9. Это все те, кто прибыл из зарубежных стран на территории. Все, да, все завозные, причем все, кто прибывал, они сразу же попадали в режим, ну, скажем так, на карантин на дому. У них брали периодически там анализы, да, в установленные сроки.
И после того, как тесты были положительные, да, или возникали какие-то симптомы заболевания, они переводились в стационарное лечение. То есть это люди, которые уже находились в инфекционной больнице и не ходили по городу? Это люди, которые ну, были на дому, либо в инфекционной больнице, вы совершенно верно сказали. Да, это люди, которые, в общем-то, были под нашим наблюдением. Дмитрий Александрович, за последнюю неделю много ли было звонков от тех, кто вернулся из других стран? Ну, я знаю, что есть горячая линия. Вы знаете, всего по нашим данным, вот те, кто находится сейчас на изоляции на дому, назовем тогда, слово изоляции, может, не очень такое. Но они-то точно на карантине. На дому находится 1833 человека. Ого. Если сравнивать с тем, как эта цифра соотносится с несколькими днями назад, она стабилизировалась. То есть примерно вот у нас было 1815, 1830 сейчас человек. Из них прибывших из-за рубежа, да, вот, приехавшим не те, кто контактировал там в поездах там, или по пути следования, это порядка 1270, да, человек, в общем-то, сейчас находятся на карантине. Ну и надо сказать, что люди не только попадают на карантин, из него выходит около 1000 человек, уже снято с карантина. То есть они свои там 2 недели дома пробыли, ни с кем не контактируя, сейчас уже могут... свободно, так сказать. Но я так понимаю, среди этих людей есть и те, у кого нет, то есть никаких там даже признаков. Мне кажется, большая часть, наверное, из них в таком состоянии. Давайте все-таки мы не будем это решать за вирусологов и за специалистов Роспотребнадзора. Есть правила, так сказать, определенные, которые вырабатывались столетиями, если не тысячелетиями, в истории человечества наукой вирусологии. Есть инкубационные периоды болезни. И карантин – это необходимость, которую нужно пройти. Вот если по истечению карантина вот эти признаки отсутствуют, вот тогда, наверное, мы можем говорить о исчезновении риска. Потому что 14 дней – это инкубационный период. Вот этим и обоснованы те меры, которые, так сказать, принимаются. Поэтому, еще раз говорю, соблюдение всех мер предосторожности, мытье рук, соблюдение дистанции, отказ от традиционных способов, здороваться, так сказать, на какой-то период. Не обниматься. Слушайте, как бы это ни звучало, странно, ужасно в эфире, но и от этого придется на определенный период отказаться. Сборы в общественных местах, даже там, я не знаю, так сказать, домашние какие-то посиделки, вечеринки, вот от этого придется отказаться. И ввести самодисциплину и самоизоляцию. Вот это слово, которое, к сожалению, так сказать, да, сейчас на слуху, я хотел сказать, стало модным, это неправильно, оно не должно стать модным. Оно должно как можно быстрее из обихода уйти. Но одно уйдет только единственным способом – соблюдение всех мер, которые требуют от нас эпидемиологи. И без паники. Вот это самое главное. Соблюдая спокойствие. Вы знаете, хотел сказать про лабораторную диагностику, это очень важно. Угу. Я хочу сказать, что она абсолютно бесплатно сейчас, да, в Кировской области, делается по показаниям. Мы про тестирование говорим. Про тестирование, да. Я хочу обратить на это сегодня особое внимание. Почему? Потому что появилась информация, что некоторые частные центры, ну, скажем так, начали рассылать информацию, что они готовы обследовать всех. На коронавирус. И делать это за деньги. Я хочу всем сказать, что вот, скажем, в этой ситуации нужно соблюдать спокойствие и помнить, что все тесты делаются в государственных лабораториях бесплатно. Первое. Да, они делаются по показаниям. Второе. Они делаются в полном объеме. И с соблюдением всех правил забора материала и транспортировки этого материала, как инфекции, входящие в перечень особо опасных инфекций. Это очень важно. И я хочу заверить всех наших слушателей о том, что мощности Кировской области для того, чтобы обеспечить полную диагностику, достаточно. Тест-систем на сегодняшний день у нас порядка 11 тысяч. Дополнительных расходных материалов для диагностики, да, вот к тест-системам тоже мы располагаем в полном объеме, мы достаточно, в общем-то, заранее, ну, на какой-то период запаслись, да, наши запасы позволяют это сделать. Поэтому, еще раз, бесплатно в государственных лабораториях, всем по показаниям. Вот тогда такой момент, Дмитрий Александрович, вот по показаниям, да, это должен определять лечащий врач или есть какие-то красные флажки, вот человек сам может понять, что пора беспокоиться? Есть четкие показания. Вот, если можно, я давайте так вот скажу, значит, человек должен понять, что пора обратиться к врачу. Вот а врач уже все приведет все необходимые. Давайте я назову. Не пора бежать и делать анализ самому. Неизвестно где, непонятно у кого. Пора обратиться к врачу. Вот, повторю единый номер, на который надо обратиться, и вам все пояснят. 8 800 143 03.
это номер единой линии горячей, вам, скажем, расскажут о том, что в каких случаях делаются эти анализы. Ну, давайте, мы уже сейчас, всем прибывшим, раз уж мы в эфире, всем прибывшим на территорию Российской Федерации в течение 14 дней, потому что инкубационный период в обязательном порядке 14 дней. Дальше всем тем, кто контактировал с заболевшими, да, либо те, у кого диагностирована тест-система, либо положительный случай на коронавирус, тоже в течение 14 дней. Анализ делается неоднократно, сроки в основном первый, по показаниям третий, десятый день нахождения на карантине, поэтому это определяют уже доктора, исходя из клинической симптоматики. Я еще хотела попросить, не знаю, может быть, вас обратить внимание, Дмитрий Александрович, на это. В поликлиниках сейчас везде введены, да, такие меры тоже повышенной предосторожности, то есть замеряют температуру и прочее. И на входах в поликлинику висят не очень большие объявления о том, что не надо заходить с температурой через общий вход. Вот это очень важно. Мне кажется, не все, наверное, жители сейчас... Давайте, по крайней мере, тем, кто нас слушает. Температура есть, врача на дом. Мы сейчас сделаем большое объявление, потому что Дмитрий Александрович сейчас вот переводит на русский язык, просто первое, второе и компот, как говорили в детских лагерях, да, вот что делать? Вы знаете, для того, чтобы мощности и возможности системы здравоохранения были больше, чем в обычный временной период, да, и именно амбулаторные, участковых врачей, сейчас пока приостановлены мероприятия по диспансеризации и по профилактическим осмотрам, временно приостановлены. В то же время нужно помнить, что есть еще диспансерное наблюдение, это обычное лечение пациентов с хроническими заболеваниями, болезнями системы сердца, это все происходит в обычном режиме. Это сделано для того, чтобы возможности участковых врачей по оказанию помощи на дому всем тем, кто, в общем-то, затемпературил, либо тем, кто имеет эпидемиологический анамнез, наблюдать тех, кто под карантинными мероприятиями были выше. Поэтому, действительно, если вы заболели, нужно обращаться на единый номер, который я вам назвал. Если там вам подскажут номер вашей поликлиники, куда обратиться, и вызывать доктора на дом, который будет осуществлять мониторинг состояния вашего здоровья. И для чего это нужно делать? Для того, чтобы думать не только о своем здоровье, а о здоровье окружающих тех, в поликлинику приходят, ну, скажем так, не с инфекционными заболеваниями, а с другими хроническими заболеваниями, для которых дополнительное инфекционное заболевание, заболевание дыхательной системы, оно достаточно, ну, скажем, может быть решающим. Игорь Владимирович, меры поддержки бизнеса, да, тоже, как вы сказали, первое, второе и компот, то есть на что сейчас могут рассчитывать предприниматели, все ли сферы или только те, которые пострадали от приостановления деятельности? Ну, вы знаете, вот сейчас, как я сказал, одна из главных задач, конечно, первая и самая главная задача – это здоровье наших с вами сограждан. Вторая, не менее важная, без которой мы не сможем решить вообще никакие проблемы, это сохранить экономику региона, укрепить межрегиональные связи, как бы это ни звучало сейчас, да, это нужно делать. И я повторю, что самоизоляция касается исключительно населения, ни в коем случае не закрытие региона, ни в коем случае не закрытие тех предприятий, которые работают, особенно в сфере производства пищевых продуктов. Это те, кто занимается, так сказать, сельским хозяйством. Они поставляют в огромное количество точек торговых сетей по всей России, так сказать, да, куда люди сейчас идут в период карантина с тем, чтобы купить продукты. Вот это ни в коем случае нельзя остановить. Сейчас, наверное, прежде всего, так сказать, под ударом находится малый и средний бизнес, это предприятия общественного питания, которые вынужденно закрылись. Пока на короткий период, и я надеюсь, что они пройдут его, ну, достаточно, скажем так, минимально безболезненно. Меры сейчас разрабатываются. Разрабатываются как на федеральном уровне, так и на региональном. Вот вчера мы объявили о том, что освободим граждан от уплаты взносов на капитальный ремонт в течение 3 месяцев. Это будет сделано уже с сегодняшнего дня. Это не первоапрельская шутка, это правда. А это касается за март? Это касается всех, да. Вот я думаю, что сегодня мы, экономический блок разработает как раз эту меру, и там конкретно будет указано, когда, кому и в какие сроки. На федеральном уровне уже предложены и прорабатываются меры, это по отсрочке по налогам, по всем, по налогам на прибыль, снижение размера страховых взносов, отсрочка по их уплате, льготное кредитование, разработка новых кредитных продуктов, реструктуризация, отсрочка по действующим кредитам, мораторий на проверки всех контролирующих органов, отсрочка возможная по
арендным платежам государственного имущества и коммерческого имущества мы будем вести сейчас определенные переговоры с тем, чтобы компании, владельцы крупных... То есть собственниками площадей, да? Там, совершенно верно, офисных. Потому что, ну, вы понимаете как, это, в общем, такая ситуация, она коснулась всей страны. И только вот вместе, объединившись, мы сможем быстро ее пройти. Все решения, лицензии, разрешения, срок действия которых истек в этот период, будут пролонгироваться без дополнительных, так сказать, проверок, без сбора необходимых документов. Я думаю, что по мере обращения, в том числе и предпринимательского сообщества, мы очень активно работаем с торгово-промышленной палатой. Вот мы встречались буквально позавчера с Андреем Мусенко. Мы в правительстве собираем предложение о том, в каком объеме, кто и первоочередные, так сказать, меры поддержки. Поэтому, смотрите, вот я тоже хотел еще вот на чем, так сказать, заострить внимание, что эта неделя у нас объявлена нерабочей. Прошло 3 дня. Мы активно занимаемся сейчас разработкой возможных мер поддержки, понимая, что ситуация может развиваться по разным сценариям. Все сценарии должны быть предусмотрены. Но еще раз вернусь к тому, что с чего начинал. Спокойствие и только спокойствие. Москва готова финансово поддержать как-то регионы? Мы просто понимаем, что если регион потеряет в налогах в том числе, да, то регион потеряет и какие-то цифры в бюджете. Вы знаете, я думаю, что... Если вот, сейчас понимание, будет поддерживать федерации регионы? По медицине, да. По медицине мы уже получаем поддержку, и Дмитрий Александрович, я думаю, сейчас об этом скажет. Во-первых, наверное, вы скажите, когда у нас будет заканчиваться время, нам хотя бы несколько минут с тем, чтобы слова благодарности тем врачам, которые 8 сегодня... 8 минут у нас осталось. Ну, я думаю, что мы о многих вещах успеем переговорить. Конечно, мы ведем переговоры с федеральным правительством о мерах поддержки, которые могут быть оказаны. Сейчас уже вот с колес принимаются решения о реструктуризации возврата долгов. Так сказать, часть денег уже останется в регионе. Я бы не хотел сейчас за это короткое время, так сказать, говорить там о конкретных мерах. Которые... Но мы разберем более подробно, да. Будет, чтобы это не получилось потом. Вот так, первое, второе и компот. Я думаю, что мы не раз еще к вам придем, когда уже будет понятен пакет, так сказать, мер. Хочу сказать единственное, что... Все исчерпывающие меры, которые предполагают возможности правительства Кировской области, будут предприняты. Все переговоры с федеральным правительством о том, какие возможные формы, способы, методы, так сказать, поддержки, как в сфере кредитной, денежной, так и бюджетной, будут предприняты. Сейчас еще раз хотел бы сказать, что идет разработка этого пакета мер. И самое главное, хотел бы обратиться ко всем предпринимателям. Сейчас один из важнейших вопросов – это разработка безопасных регламентов работы в условиях пандемии. Что это значит? Что я имею в виду? Вот там самый яркий, так сказать, пример. Вы знаете, у нас, допустим, все аптечные сети, так сказать, по вечерам, там в силу других причин, так сказать, да, можно позвонить, небольшое окошечко и что-то, так сказать, приобрести. Дежурные, да. Совершенно верно. Работают. Вот, наверное, там какие-то вот методы доставки, работы на вынос, дистанционное, так сказать, обслуживание, так сказать, граждан нужно в этих условиях применять. И еще раз, когда будут постепенно сниматься карантинные меры, я надеюсь, когда мы будем проходить, так сказать, пик, у нас должны появиться безопасные регламенты работы. Вот сейчас они уже нарабатываются в продуктовых магазинах. Расстояние, обработка санитарная, так сказать, тележек. Это поверхности, да. Абсолютно нормальные рабочие меры, которые позволят безопасно функционировать предприятиям всем, вообще всем без исключения. И это не даст упасть экономике. После нерабочей недели люди в обязательном порядке должны работать, получать заработную плату. Предприятия не должны ни в коем случае разорвать свои производственные цепочки со своими контрагентами. Это не только те, кто работает в сфере гособоронзаказа, так сказать, ну, наши крупные предприятия, а вообще все. Мы же, любое предприятие включено в кучу производственных, логистических, транспортных цепочек. И вот я считаю, так сказать, да, и здесь, наверное, Дмитрий Александрович мне поможет, укрепит меня в этом мнении, что безопасные регламенты работы, соблюдение гигиены личной безопасности позволят организовать работу таким образом, что не создадут в дальнейшем эпидемиологической угрозы. Не только по коронавирусу, а вообще по всем остальным. Вы знаете, вот мы иногда по телевизору видим, как
стройными рядами там где-то движутся, так сказать, японцы, да, и какая у них там дисциплина на производстве, так сказать, и самоорганизация. Я думаю, что это хороший пример сейчас, да, для того, чтобы лучше из этого взять себе на вооружение. По нацпроектам предвидятся ли какие-то сокращения? Вы знаете, я не стану сейчас говорить, да, наверное, и не пока. Ну, в смысле, информации пока нет, я так понимаю, да? И я так понимаю, что национальные проекты, они же нацелены на достижение таких ключевых показателей, в том числе в медицинской сфере, uh-huh. которую мы сейчас с вами вот непосредственно занимаемся, мы получаем деньги из федерации на... Ну, расскажите, если говорить про национальные проекты, скажем, в социальной сфере, была поставлена задача, как можно раньше, в общем-то, и заключить контракт, ну и, в общем-то, и выйти на этап реализации. Мы это сделали. Безусловно, мы сейчас мониторируем наши там контрагенты, поставщики, насколько они находятся в экономически стабильном состоянии. Но на сегодняшний день вот мы, у нас есть такая, скажем так, уверенность, можно сказать, что основные параметры и все мероприятия, они будут по социальной сфере выполнены, безусловно. Что касается той помощи, которую нам оказывает сейчас федеральный бюджет, вы знаете, мой руководитель говорит о том, что чем лучше готовиться к какой-то ситуации, тем меньше вероятность, что она произойдет. Это именно так. Поэтому мы разворачиваем 3 структурных подразделения инфекционных госпиталей, и, безусловно, это требует дополнительных расходов. Uh-huh. Вот. Это и аппараты ИВЛ дополнительные, это и подготовка кадров, и общая мощность этих коек, которые мы надеемся, что если подходить вот так вот системно к противоэпидемическим мероприятиям, не пригодятся, она составит 10 тысяч квадратных метров. Uh-huh. На их оснащение... Вот это национальный проект. Национальный проект. Мы отвечаем на этот вопрос. Конечно, ничего не остановится, потому что все они направлены на социальное благополучие, на достижение нового качественной жизни в Кировской области в том числе. Я просто, извиняюсь, чуть отвлекся, так сказать, на телефон. Такое позитивное сообщение поступило. Вот прямо сейчас из инфекционной больницы города Кирова выписана женщина с дочкой 9 лет. Ну, это вот как раз, видимо, те, пять человек. Вот. Теперь уже 5. Вот, нам тоже поступают еще вопросы. Да? Почему только из-за границы? Давно уже из Москвы приезжающие тоже должны быть в этом списке. Я так понимаю, это относится к предыдущему. Вы знаете, а вот там из Уренгоя, из Казани, так сказать, ну, давайте мы все-таки не будем доводить ситуацию. Говорили же по показаниям, да? То совершенно верно, так сказать. До абсурда. Но я думаю, тут имеет в виду человек, что Москва, в Москве сейчас основная там масса больниц сосредоточена, вот, да, очаг. В Москве проживает 17 миллионов человек. По объективным причинам, так сказать, там находятся все центры, так или иначе. Мы понимаем, да? Там как Китай. Так устроена логистическая модель, так сказать, страны. Да? И я думаю, что мы должны, опять же, еще раз к чему говорю, принимать все меры. Если человек, прибывший из Москвы, контактировал с людьми, которые прибыли из-за границы или с кем-то, у кого был положительный диагноз, он должен об этом заявить, вопрос, и могут быть предприняты меры. Да. Это вопрос, опять же, личной ответственности людей. Я бы не стал их разделять по месту проживания, так сказать, или там по способу прибытия в город Киров, так сказать, да? А личная ответственность. Если есть хоть малейшие подозрения, сообщите об этом. И все закончится. У нас остается минутка официального эфира. Да. Медикам вы хотели слова благодарности, да, сказать. Вы знаете, вот я хотел, пользуясь тем, что у нас Дмитрий Александрович сегодня здесь на эфире, сказать огромные слова благодарности медикам, потому что они достойно подготовились к этой ситуации, даже не предполагая, наверное, что она наступит, и не 500 аппаратов, я повторю эту цифру, ИВЛ в Кировской области. Мы вводим дополнительные мощности по инфекционным больницам. И коллеги сейчас, как бы, да, вот и днем, и ночью, в круглосуточном режиме, изолировались полностью от общества. Они как вошли в эту ситуацию, так они и от семьи находятся в инфекционной больнице. Поэтому давайте скажем слова благодарности, потому что во многом от них зависит вот та ситуация, которая у нас сейчас складывается. И то, что сегодня уже выписана молодая женщина с ребенком, успешно прошедшее лечение, это здорово. Ну вот смотрите, нам радиоэфир пора заканчивать, но если есть возможность, еще 3-4 минутки для Инстаграма, да, конечно, у нас конечно, много, да, важных вот вопросов. Хотелось бы к работодателям, да, обратиться, потому что Игнатьич сказал, действительно важно разработать безопасные регламенты. И хочется обратить внимание на ответственность в этой связи работодателей. Они знают, откуда приезжают работники. Они должны в любом случае уделять внимание их, назовем так, эпидемиологическому анамнезу. Они должны смотреть, кто выходит на работу.
начиная с профилактики. Вот с этого должен начинаться любой регламент у работодателя. Угу. И в случае, скажем, какой-то опасности, ну, отстранять работника и принимать все меры для того, чтобы ему была оказана профилактическая помощь. Мы уже за эфир. Да, для Инстаграма продолжаем. Угу. Вопрос, который многих волнует родителей школьников, что да. с ЕГЭ, есть какое-то понимание? Будет ли отражение сроков? Конечно, конечно, конечно. Ну и будет и сроки, так сказать, сдвигаться. И, в общем, мы же понимаем, что у нас выполнение программы не ради выполнения программы, а ради знания, так сказать, детей, ради возможности их поступления. Тут у нас есть определенное, так сказать, преимущество. Мы вот с Дмитрием Александровичем, я возглавляю, он замещает меня в рабочей группе Госсовета Российской Федерации по образованию. И там с нами министр просвещения Кравцов Сергей Сергеевич. Поэтому мы имеем возможность даже и влиять на эти решения, так сказать. И поэтому мы в ближайшее время, наверное, все-таки встретимся, когда закончится нерабочая неделя, закончится самоизоляция. Когда можно будет встречаться. Совершенно верно. С нашими директорами школ, с руководителями колледжа, с родительским сообществом. В общем, тоже свои рекомендации, которые мы бы считали нужным, вместе с ними, так сказать, до Министерства просвещения доведем. Я думаю, что эти сроки все равно будут сдвигаться. Тут очень важно еще какой вопрос, так сказать. Вот, я все, кто про что, так сказать, а цыган про солонину, так сказать, да, про экономику, про возможность работать. Вот давайте уже начнем действительно привыкать к элементарным, так сказать, вещам. Да. Рабочая смена, измерение температуры, в случае каких-то сомнений, врач. Во многих предприятиях, особенно крупных, есть до сих пор есть свои санитарные медпункты службы, есть. Медпункты. С точки зрения эпидемиологической ситуации, очень просто разбираться с контактами. То есть тут же можно человека опросить, изолировать тех, кто с ним контактировал, и купировать эту цепочку. Если этого не делать, будет происходить бесконтрольная ситуация. Если работать так, как мы сейчас говорим, то, в общем, наверное, мы сумеем достаточно быстро эту ситуацию преодолеть с минимальными, подчеркну, потерями. По празднованию Дня Победы будут какие-то изменения? Есть ли понимание, да? Обширная будет такая программа. Вы знаете, мы готовимся. Мы готовимся. И, наверное, так сказать, вот самое лучшее мероприятие, которое может сейчас пройти в Кировской области по подготовке к празднованию Дня Победы, это взять под крыло каждого ветерана. Их осталось не так много. И чтобы они вот это вот прошли без нервов, без волнений, так сказать, без необходимости куда-то ходить. Вот это самая главная подготовка. Вот это надо просто сделать им. Если там есть волонтеры, которые хотели бы поучаствовать, мы им такую работу с удовольствием вместе с ними сделаем. И последний момент, угу. Этот еще по массовому мероприятию, Великорецкий крестный ход. Тоже был вопрос. Все епархии как-то обговаривали. Знаете, я бы на вашем месте... Им задал вопрос. Нет. Нет? Им задал вопрос. Спросил бы еще про 650-летие. Ну, я уж шутка, сегодня 1 апреля, понимаете? Да, это 24-й год, а мы с вами... Знаете что, вот мы, наверное, все-таки выбрали такую, мне кажется, правильную, так сказать, абсолютно позицию. Мы договорились с владыкой Марком, встретились, и что, наверное, вот... Ну, не светская власть, которая отделена, так сказать, церковь, вернее, отделена от государства, мы должны закрывать там или как-то, ну, какие-то меры принимать. Вот то обращение, которое он сделал, и следом за ним, так сказать, патриарх, это очень правильная история, что вот они сами призвали соблюдать меры безопасности, Бог в душе, так сказать, и временно не посещать культовые учреждения. У нас 12 апреля еще... Пасха православная у нас, 19 апреля, Великорецкий крестный ход. Давайте вот мы все-таки по мере поступления, так сказать, трудностей, по мере преодоления, скажем так, вот этой цепочки, потому что в любой пандемии есть пик, есть спад, так сказать, есть ну, необходимые мероприятия, которые по окончанию тоже должны быть сделаны. Но они включают плавный выход из этой ситуации. Я думаю, что мы люди достаточно разумные. И знаете, что вот что-то мне подсказывает, что 650 лет крестный ход, так сказать, в разных обстоятельствах, я сейчас не скажу, ходил, а приспосабливался к тому, что происходит. Вот, наверное, на этой мажорной ноте, так сказать, да, но это ни в коем случае, еще раз говорю, нельзя пустить на самотек, да, этот процесс должен быть управляемым. Мы найдем разумное, безопасное решение. Отпускаем? Еще раз можно вот просто ко всем, кто нас смотрит там в Инстаграме, еще где-то.
Спокойствие, спокойствие, еще раз спокойствие. Самоизоляция – это личное решение каждого остаться дома, не нанести вред себе, своим окружающим. Президент объявил неделю нерабочей, всего лишь неделю. За эту неделю должно очень многое произойти с точки зрения эпидемиологической ситуации. Дальше. Безопасные регламенты работы, сохранение экономики, сохранение связи. Ни в коем случае не закрытие региона от внешнего мира, так сказать. Это невозможно, б, это приведет к катастрофическим последствиям. Мы одна страна, мы в одной производственной цепочке. Потом, давайте представим себе, теми продуктами, которые производим мы, питаемся же не только мы. Республика Коми, мы поставляем их в целый ряд, так сказать, областей, в огромное количество федеральных сетей. Как это можно остановить? Как это можно, перекрыв дорогу камнем, так сказать, как это можно сделать? И делать этого не нужно. Безопасная работа внутри региона. Ответственное отношение к своему здоровью. Ответственное отношение к производственной цепочке. А медики, вы видите, они делают то, что могут. Они люди уверенные, немногословные. Доверим им разбираться. Спасибо большое. Спасибо.